нахожусь. 24 марта 2023 года, пятница. Это вот центр. Вот это вот администрация. Администрация. Тут где-то главный идол стоит, не знаю даже. Ну где-то вот в этом месте. Нет ему покоя. Селитель там мочит его. Натворил делов-то. Сейчас песню поют. Кубанский хор поет. Как ее Россия предали и продали. И сразу его показывают, стоит. Чтобы люди помнили, кто виновен, поэтому и оставили, чтобы поменяли. Без шума, без выстрела ушла партия. 18 миллионов было коммунистов. Генерал армии Варенников, кажется, говорил, большего обмана в России не было. Сумел всех, Михаил Сергеевич, столкнуть в пропасть. Последнего по спине похлопал. И главное, что люди принимали его. Вот какое дело. Никакая Антанта, никакие Гитлеры не могли, Наполеона ничего сделать со страной. Мирным путем вот работают люди. Это на Ленинском проспекте мы идем. И вот там почта, кажется, была, или вот здесь почта была. Впервые сделали 7 этажей. И мы бегали смотреть. Было 5 этажей, вдруг 7. Вот здание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как так? 7 этажей? Это что такое? Я тут техник заканчивал. И там тоже он. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я помню, сам приходил, смотрел, строитель. До того удивился. 7. А сегодня 25, 26, и нужды нет никакой. 20... Кого я говорю-то? Ну да. 26 этажей тут есть. Правильно. Это вот почта центральная. Сегодня пешком я иду от железной дороги. Вот. Кофе тут. Главный был магазин, ЦУМ назывался. А теперь он не главный. Вот так. Почта здесь хоть дорого берут, но посылали везде наши книги, и все дошло. Дошло, ни разу не потеряли, ничего, хорошо работает. Они нас уже знали вот это. И даже для глухонемых. Вот. Господь послал, как сумела Америка сделать мерзость за страну. Если женщина надевает мужскую одежду, мерзость перед Богом. Все переоделись, никто не заставлял, а все готово. Священники стали сразу оправдывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну все.